Дедуктивный Дарк РП. Где-нибудь еще вы могли бы услышать хоть раз такое интересное вступление к обычному ролику на РП-режиме? Автор не Шерлок и не пытается претендовать на его пьедестал, но все же в людях немного доразбирается, и поэтому с некоторой точностью я могу предугадать то, что скажет тот или иной человек, тем более в Дарк РП, потому что они читаются тут как пятиклашки. Интересно почему? Ну, наверное, потому что они пятиклашки. Блять. Прикол сегодняшних стоп-кадров будет заключаться в том, что я буду читать как раз таки действия дальнейшего человека. Да, ребята, это не так сложно, когда у тебя есть целая демка с этими действиями, но все же, я буду пересказывать то, о чем я думал, когда снимал конкретный тот или иной момент. Поэтому огромная у меня к вам просьба не ругаться, если стоп-кадров, по вашему мнению, будет слишком много. Я постараюсь их сделать достаточно короткими. Ёпта, остановись ты, ёбаный. Куда ты бежишь, чмоня? Пошёл нахуй, сука, кого ты чмом назвал? Ну тебя, ну соси тебя. Соси хуй, выебень корявый. Я тебя хуя. Ебал в горло своим крошечным хуем, а понял, зачем, сука? А ты зачем голос поменял? Типа своего стесняешься? Да, стесняюсь. Мне 12. Иди работай, сука, лодырь. Комендантский час еще у тебя. Раз. Еще раз, я не расслышал. Бегай, бегай, дальше, работай. Иди работай, гиги за шаги зарабатывай, долбоёб. Сейчас Евросоюз новый закон принял, все русские должны на коленях извинять, целовать. Так я не русский, я армянин. Как? Иди нахуй русского ищи, бля. Не-не-не, это нету никакой проги, он себе на кадык давит со всей силой. Типа... Да, я б тебе на кадык, сука, так надаю, чтоб ты говорить не мог. Бан на сутки максимум, уважение среди админов. Бля, если я реально куплю, меня будут уважать? Слышь, офицер, здесь походу сейчас на банк что-то доебывают. Пошли, блядь, ложить. Бля, челы просто пришли кредит заплатить, а ты уже сразу начинаешь... С мордой быстро опустился, оружие опустился. Пиздец. С катаной наперевес. Я так, я охуел с того, что он катану, главное, понимаешь, убрал, которая ему ФРРП отключает. Да, он убрал. И он достал, блядь, пистолет и стоит смотрит. И начал заикаться еще, охуеть. Мы должны быть с тобой вместе. Мне карты Таро так сказали, я расклад купил в Инстаграме. Хуй с тобой, блядь. Макс, машины, остановись! А куда он делся, ебать? А, это тест-драйв был, сейчас я его... Да нет, это не тест-драйв был. Нихуя себе. Бля, чё он такой прошаренный, пиздец? Поднимись, дай денежку, я слил вчера. Да похуй всем, отойди, блядь, я играть хочу. Да, я зайду, я уже пришел обратно. Это будет нарушение, не видишь, я строю. Раз, лицом к стенке, два, лицом к стенке, три, лицом к стенке. Знакомьтесь, это донатный создатель. Две минуты Ржекича прошли, теперь мы переходим к основной клоунаде, которая начинается с этого момента. Меня на ровном месте спокойно и молча берут, пакуют, ничего нормально не объясняя. Объясняю только тогда, когда хотят меня арестовать. Мои объяснения по этому поводу вы услышите немного потом, а сейчас вкратце скажу, это нарушение правила нон-РП. Если бы он подошел бы с готовым биндом на языке, типа встаньте лицом к стене, это проверка на нелегал, вас надо арестовать за то, что вы не дома в КЧ, то это был бы чистый отыгрыш с его стороны и не докопаться никак. Я вас прошу. Зачем? А ты меня лицом к стене даже не ставил. Развяжи и заново отыграй. Развяжи и за... А, понял. Бля, можно было же поставить там, например, не? Ну, что ты, бля, делаешь? Нормально все у тебя, нет? Да я же не хотел на конфликт идти, ёб твою мать. Ты такая жесткий, все понял. Да пиздец какой-то, не хочу с ними драться, они сами лезут ко мне, заебали уже. Вот в этом фрагменте куратор сервака разбанивает наказанного за нон-РП челика. Еще они с одного клана. Мораль думайте сами. Но... Я не могу тебя. Чего? Привет. Сейчас чел. Я ему выговоры дам по-быстрому, и ты его заберешь. А в чем дело? В общем-то, у вас неверный срок. Ой, у вас неверная причина бана, потому что вы забанили этого человека. Меня. За нон-РП, то, что он вас арестовал. Помеху сейчас будешь создавать, из-за которой я не услышу ничего. Я тебе выдам настоящий нормальный срок бана. Я слушаю дальше, в чем проблема.
общем-то, неверная причина бана. А почему? Также его не за что было банить, в принципе. Ну, потому что вы нарушили комендантский час. Да, я понимаю, но... имел право вас полно арестовать. Да, я нисколько не против, чтобы меня арестовали в каче, но как раз-таки в нужном порядке действий. Они когда к тебе молча подходят, в спину заковывают в наручники, а потом закидывают в тюрьму. И это как раз-таки действие имеет своих свидетелей, помимо меня. Если бы меня попросили стать лицом к стене в каче... там несколько человек, к примеру, я бы их послушал. Но меня как бы повязали в спину, когда вокруг какой-то срач происходил. И это было возле вот этой больницы, которая закрыта на каче постоянно. Он демку видел. Ну и что он на демке не увидел, разве то, что ты в тупую подошел, меня в спину арестовал? Я потом только повернулся, спросил, в чем проблема, и тебе сказал, отыграй нормально. Увидел, только это можно. Но... ты за мента играешь. Ты когда человека арестовываешь, ты ему говоришь, за что ты его арестовываешь, ты просишь его встать лицом к стене, ты как бы проявляешь силу этим самым, на которую человек должен реагировать и бояться. Он объяснил причину, по которой вас арестовали. Что? Он объяснил причину, по которой вас арестовали. Но ты слышал то, что на демке ну, ничего нормально невозможно услышать? В чат, например, написать? Я никуда не убегал оттуда. Ну, в любом случае, причину же назвали. Нет, я не слышал причины никакой. Я слышал только то, что там какой-то школьник негодовал, и все. Ну, на его демонстрации было прекрасно слышно, как он сказал, что вы будете арестованы за комендантский час. Ну, на моей демонстрации ну, тоже будет типа прекрасно этого. Все слышно, если я что-то буду говорить. Потому что это, во-первых, моя демонстрация. И там идет в первую очередь голосовая дорожка поверх игровой и звуков. Это, ну, я тебе могу также, к примеру, пойти человеку пригрозить оружием на демку, говорить в микрофон то, что вот встань лицом к стене, когда вокруг будет какой-то срач, ничего не будет слышно. Или же, ну, просто тебе потом демку этого показать, сказать, что, ну, вот меня ж слышно, значит, я ему говорил. А если он не услышал, это его проблема. А у вас есть демонстрация бана? Демонстрация бана, в смысле, это как? Ну, у вас есть доказательства его виновности? Он тебе демку показал. Он просил встать лицом к стене? У вас оно есть. Он просил встать лицом к стене? Ты отрицаешь то, что не слышал. Ты отрицаешь то, что ты не слышал. Ты обязан показать тебе демонстрацию экрана. То, что ты не слышал. И вообще то, что ты меня забанил. Если бы я отрицал, что я не слышал что-то, то я бы сказал то, что я слышал. Ты думаешь сначала, что ты хочешь выдвинуть. Так вы же только что сказали, что там ничего не было слышно. Ну, ты демку посмотрел? Там разве было что-то слышно? Ты на демке увидел так... то, что у меня была реакция какая-то на то, что он мне говорит? Или у меня была реакция только на то, что меня повязали молча? Даже самый лучший, самый стопроцентный аргумент по закону жанра всегда будет дальше разъебываться об дружбу администратора с наказуемым. Не, ну ты ему про Ивана, он тебе про болван. Ладно, ну это просто пиздец. Я ему говорю то, что на демке нихера не было слышно, если ты ее смотрел, ты точно мог это понять. Он говорит, а у тебя есть демка того, что там ничего не было слышно? Перемотайте немножечко ролик на этот самый момент, когда меня арестовывают, и подумайте, что я мог понять, кроме того, что челик долбоеб за эти 5 секунд, как меня арестовывают. Ничего. Вот это вот я не помню. Ну, пойди пересмотри демку тогда, перед тем, как мне варны там пытаться выписывать. Пойди посмотри, когда я среагировал на то, что уже что-то ко мне, не знаю, какие-то действия применяют. Я далеко не глухой человек, но все равно у меня как бы слух тоже имеет свои рамки, когда шум вокруг может заглушить какого-то одного челика, который хочет повязать тебя. Не, ну реально, откуда у вас этот создатель? Ну купил я, у меня просто купил, праздник, мне денег было лишнее. Ну да, мы тоже вот просто, знаете, заходим на не какие-то рандомные серваки и донатим туда 5 косарей. Почему рандомные? Я просто на этом серваке мало Жиза. Наиграл. На банклаве у меня достаточно, около 1000 часов. Ну я просто и решил и там закупиться, чтобы всегда было все в достатке. Чтобы быстрее это... сняться. Ребята, что у нас, КВН школьный или Лига тупых? Шуток. Да. Пизда. Школьных КВН у нас. Ты бы хоть, не знаю, скилл бы подкачал, потом бы в социум выходил. Ну так что, вы демку будете смотреть, или ты будешь дальше свои гнилые панчики дать? Для меня тут все более чем очевидно. Пока я попускал его друга долбоеба, куратор делал вид то, что он просматривает демку этого дурачка, и у меня тут назревает вполне себе резонный вопрос. А как ты ее смотрел у этого челика, если все это время он общался со мной и получал пиздюлей словесных от меня? Ответ простой. Он не смотрел, и тем самым нарушил ввод в заблуждение. Он сказал мне то, что посмотрит, а он, сука,
сука, даже не удосужился пересмотреть. Это уже третье его нарушение за 10 минут контента. Стоп, а где первые два? А я вам потом все расскажу. Но ты посмотрел демку? Он все посмотрел, все чекнул. Так что так. Там на демке же видно, что я среагировал только тогда, когда меня повязали. Ну, в чем проблема? Я не обязан тебя оставить лицом к стене. Ты это нормальным считаешь? Я, то есть, могу взять, пойти профессию полицейского, дождаться комендантского часа и в спину людей, которые, например, стоят, не знаю, в каком-то шумном месте или же просто стоят, всех раскидывать без их ведома в тюрьму. Почему без их ведома? Почему без их ведома? Вы можете подойти в спину к человеку, связать его и сказать, вы будете арестованы за нарушение комендантского часа, все. Да, так в этом заключается суть нон-РП. Полиция, во-первых, идет на диалог сперва с тем, кого хочет даже арестовать или же, не знаю, куда-то отвезти. В этом и есть нон-РП. К тебе в спину как-нибудь подходили, как-то в карманы какие-то, не знаю, ну, предметы, повестки и так далее засовывали? Эти полицейские? Нет, они с тобой идут на диалог сначала, чтобы доказать то, что они с тобой как бы контактировали. Если тебя хотят задержать, то тебе будут вот так вот возле спины наручниками трясти, или же какой-то сигнал подадут о том, то, что ты в прямой видимости. Я, например, стою, я ничего не ожидаю. Я хотел зайти в домик к человеку. Ну все, давай. Что, давай? Давай, уходи. Ну, если вы не согласны, то можете писать жалобу на форму. Хорошо. Ну, то есть я также могу сделать, да? Да. Ага, окей. Итак, ребята, итог какой? Куратор достаточно успешно прикрыл друга, снял с него наказание, которое не стоило снимать, выдал мне варн и еще тем самым нарушил три правила. Не всех дураков война побила, подумал я, и пошел играть дальше. Но челику оказалось настолько мало внимания, что он решил его привлекать всякими возможными способами, тем самым еще также нарушая правила. Выйди из квартиры моей. Выйди. Я могу на такой тачке кататься? Конечно. Выйди. Спасибо, все. И что дальше? Ой, блядь, долбоёба завязали. Естественно, он ждет ответной реакции, чтобы потом в случае чего либо подать ЖБ, либо сделать что-то мне в рамках РП, чтобы испортить мне игру. Как вы могли заметить, я был связанный, и потом, когда я развязался, я все еще несколько раз прокликивал мышкой. И не мудрено, что я взмахну катаной, которая достается после того, как тебя развяжут. Нарушением это не считается, но все же челик решил подать жалобу и попутно нарушить несколько правил. Ему просто был нужен любой повод, чтобы подать на меня очередную гнилую жалобу, и он реально думал, что эта разборка пройдет так же, как и прошла предыдущая. Ой, долбоёб! Иди отсюда, блядь. Я там застряла. Оба-на. Что? Ничего пока. А. Ладно. Нормально все, нет? Что ты делаешь? Сейчас все будет. Окей. Сид за мину голоса юзает. Ему лет 5 максимум. Хорошо, а тебе сколько? Пиявка, здорово. Вот его и меня. Его и меня накричали. А, типа его завязали. Я говорю, о, у лоха завязали. Ну, у нас с ним такие терки, сам понимаешь. Он меня просто берет катану и начинает бить по мне. Просто так, без причины. За оскорбление не убивают. А я тебя убил, что ли? Но нет, ты по мне начинаешь бить, я говорю, за оскорбление, ну просто, за оскорбление как-то начнут резать катаной большой трёхметровой. Не, я ж был завязан. Какие, блядь, терки с тобой? А почему тут? Чего ты взял? Что тебе внимание уйдет больше, чем другим? Для себя там какой-то урок вынес, то, что у кого-то с кем-то там терки. Иди, блядь, 300, да, не знаю, обугал какой-нибудь. Пиявка. Так вот, что произошло-то? Меня челик завязал прямо на пороге. Расскажу сейчас. А подожди, это вся история, да, которая была? Я вас слушаю, но отвечаю сейчас. Не-не, это вся история, которая была, да? Трущись. Алло, Теркин. Апельсин, это вся история? Нет?
Что мне еще рассказывать, я не помню. А теперь меня слушаем, ребят, пожалуйста. Ты его выслушал, теперь моя очередь. Когда прихоти ребенка не исполняют, он начинает демонстративно плакать, повышать голос, надрывать глотку, чтобы просто его заметили. Тут то же самое. Плюсом к этому, жалоба пошла не по его плану. Во-первых, эту жалобу уже разбирает не его друг, который меня бы по-быстрому забанил и также быстро вернул его в РП. Во-вторых, тот администратор попался более адекватный, чем предыдущий. Он хочет выслушать две стороны, а не просто забить на одну из. Да тебе говорю, пойдем демку, у меня вся демка. Да, не кричи, не кричи. Я тебе платок отправлю по этому, по доставке. Тебе платки отправлю, вытри слезы. Так, давайте так, чтобы жалоба была более-менее адекватная, говорим по одному, если кто-то кого-то перебивает. Без проблем. Вы даете гак. Окей. А, смотри, у меня была такая проблема. Я стою во время КЧ у себя дома, потом КЧ отрубили, ко мне челик зашел, говорит, мол, у тебя кто-то дома. Я говорю, мне все равно, выйди с моей квартиры. Он берет меня прямо на пороге, завязывает в кандалы и пытается связать, отнести на этот, на второй этаж. А люди проходят, люди все видят. Я вырываюсь в этот момент, пробую вырваться, у меня уже почти все получилось. Он мне завязывает глаза, а челик вот этот вот за джаггернаута нытик, он прибежал, проигнорил правонарушение со стороны ГОСа, ничего даже не узнал, и между тем он вкидывает то, что связали долбоеба. Я, получается, в этот момент только-только успел вырваться, и у меня выбирается в руках катана. И я в этот момент же кликал до хера раз, и бегал по комнате, получается. И в этот момент я накликал так же, что еще и катаной. С его стороны... то есть АКР, случайное попадение. Ну да, это и есть АКР. Я не специально достал катану и кинулся на него. Между тем, он, получается, нарушил правила НРП два раза. Во-первых, он проигнорировал нарушение. Я сейчас тут думаю, вот заблуждение у тебя. Пойдем мою демку, просто посмотрим. Подождите, не перебивайте друг друга. Апельсин, не перебивай, я хочу нормально разобраться. Хайм расскажет до конца ситуацию и дальше пойдем смотреть демку. А мы же вроде бы договорились, что не перебиваем друг друга, если что, мут дается, да? Я еле успел развязаться, в этот момент я как раз таки обращаю внимание на то, кто мне это говорит. Я смотрю туда, оказывается, я уже развязался и начинаю махать катаной, и остановился. И он стоит дальше, что-то начинает там то ли жалобу писать, то ли что-то еще. И хочет меня завязать в наручники. Я в этот момент успеваю отбежать. Причем он это делает молча, без всяких каких-то там, не знаю, станьте лицом к стене и так далее. Непонятно вообще, зачем меня начали вязать. Ни в ситуации не разобрался, проигнорил правонарушение в РП профессии, потом спровоцировал оскорблением, оскорбил без особых на то причин. А полиция как раз таки, ну, так не делает на ровном месте. Итого у него нон-РП, ввод в заблуждение, потому что он это не упомянул и решил это не рассказывать. То, что он был провокатором этого типа конфликта, этих терок, как он там называет. Но вы дальше можете пойти демку посмотреть, просто учти, что на мои вопросы он не отвечал и как раз таки игнорировал их. Это уже есть в указании. Ну, так, ну смотри, демку мы посмотрели, я сейчас хочу уточнить по поводу с его стороны нарушений и с вашей тоже. Сейчас я упущу, буквально пару минут. А теперь читаем ситуацию как на ладони. Он тэпается к куратору по совместительству его другу, который его только что недавно отмазал от наказания, и начинает ему рассказывать всю эту ситуацию. Естественно, нарушения будут у обоих, но у кого будут более серьезные? У друга куратора, который неоднократно нарушает правила и не получает за это наказание, или же у челика, которого никто не знает на серваке и куратор тем более, поэтому куратору на него похуй. Бля, он к нему тэпнулся, ну просто пиздец. Серьезно, нахуй? Нашел кому тэпаться? Хуеть может. Так, ну смотрите, я уточню у куратора, смотрите. У вас получается нарушение двух правил, а именно оскорбление и метагейминг. Ну, это гак. А у вас Fear RP и Freedom Hack. Выдавайте себе гак за эти два пункта на 1200 секунд. Насколько? А нон-РП тут нету, да? Это 20 минут. А, нон-РП нету, я уточню у куратора по поводу этой ситуации. Он сказал, что нон-РП нету, максимум оскорбления. Теперь немножечко уроков темной магии. Это АК-манипуляции из ТикТока, которые работают в Гаррисмоде по щелчку пальца. Очевидно, что этот дурачок слишком легко отделался в виде банов чата всего лишь. Я не так часто прибегаю к манипуляциям, только тогда, когда это действительно нужно. И это тот самый момент. Мне нужно было направить этого администратора в нужное русло, потому что, ну, если бы он выдал ему наказание,
наказание вот такое легкое, но это был бы просто пиздец. Я начинаю просто доводить ситуацию до абсурда, задавая ему вполне логичный вопрос, отталкиваясь от всей этой ситуации. Могу ли я делать так же, как этот челик, и не получать за это наказание? Ведь это указано в правилах. Формально я у него спрашиваю, можно ли мне нарушать какое-то конкретное правило. Вдобавок, подталкивая его подоплекой, типа, ну подумай сам, это же не совсем адекватно, и ты такое с рук спустишь этому человеку, ну серьезно. Как итог, моя тактика реально работает. У челика сгорает жопа, у администратора начинает работать своя голова вместо головы куратора, который покрывает нарушителя. Ну, то есть я могу за Джаггера людей ходить говном поливать, да? Ну да, за это вам дадут типа за ОСК. Там почитайте подпункты, там еще могут забанить за это. А как он помнит, с кем у него терки какие-то, кому конкретно так обращаться, если меня уже раза два точно убили давным-давно? Я уже в новый дом заехал. Но ты этой же инфой пользовался также и в РП? А это как-то странновато, это не НЛР, а НРП как раз. С другой стороны, он же вашего имени не назвал. В смысле? Ну так в комнате оказалось, что я один оказался, и он. Кому он тогда обращался? Он оскорбил вас просто. Ну, он за ГОСа на ровном месте пришел оскорблять гражданского. Это нормально? На журе я у куратора уточнил, он сказал, что это максимум ОСК, а не... Так, ГОСы на ровном месте бегают, оскорбляют людей, я правильно понимаю? Откидывай его. Я бы насчет этого поспорил, кстати. Ну, так вот, ты разбираешь жалобу, и ты выноси вердикт, раз ты хочешь поспорить насчет этого. Сейчас я... Подожди секунду, я внимательно перечитаю правила, потом мало ли я там не знаю какого-то подпункта. Ну, нон-РП. Ситуация, в которой игрок не отыгрывает свою роль. Я тебе ситуацию описал. Он мало того, что чела проигнорил, который меня связал, гражданского, и упустил спокойно, так он начал еще гражданского оскорблять. Что, не было такого? А почему тогда тот чел убежал? Нон-РП. Он утверждает, что я видел, как его завязали. Ну, это уже слишком придираться нужно насчет этого. А я видел... Ну, ты сделал на этом акцент, на том, что я связан был вообще-то. И ты видел рядом со мной чела, который стоял с ножом, 100%. А я видел только, как его развязывали. Да, развязывали. Сам я развязался. Да что нет, блядь, кому ты лечишь? Ты пришел, блядь, смотреть на то, как меня чел с ножом развязывает. Че ты, сука, думал, так спокойно отделаешься? Мутом и гагом. Что? Нет, там стоял человек с пакетом на голове и развязывал вас. У него не было ножа в руках. Он заходит, говорит, ну, цитировался. Ну да, он написал то, что там ты ничего не видел. То есть это абсолютно нормально, что ему об этом ГОС такой же говорит. Он упустил это из внимания. Ну ты упустил из внимания, а это... Извини, я начать не обратил внимания, сейчас я посмотрю внимательно что-то. Да, там было написано, ты ничего не видел. НРП, Джаггернаут, как и спецназовцы, не имеют возможности быть какими-то там подкупными, закрывать глаза на нарушения. Логично, логично. Нон-РП? Нон-РП. А у него также еще попытка фрикафа была. Считай, меня чуть ли не завязали. Непонятно зачем и почему, молча. Не было фрикафа. В смысле? На демке разве не было видно, что ты пытался меня заковать? А у него метагейминг, нон-РП и оскорбление. Да, ты в курсе, что тебя чуть не наебали, когда ты первый раз вердикт вынес? Ну, судя по данному вердикту, который я вынес в последний раз, да. Но я не... Ну, понимаете, я не просто... Не у куратора здесь нужно узнавать, реально. У другого какого-нибудь админа, желательно не с одного клана, а с тем, кого ты собираешься наказывать. Куратор его кроет. Да, я понимаю. Дорогой куратор, если ты останешься даже после этого ролика на своем посту, и если после этих его слов ты или твои знакомые будут пытаться слить его с админки на гамбите, то я просто выдам ему донатную админку у себя на Беброграде, и будет он работать и играть у меня. Заберу малого в добрые руки и отдам его на воспитание Якуту и Эльпиву. Дальше я снова работаю на расслабоне, просто бегаю по серваку и встреваю в какие-то РП-ситуации. Но я нашел нарушителя, наказал его и снова попал под внимание куратора. Ого, стой, стой, стой! Зачем ты это сделал? Ты убил человека. А, это зачем? Что за хуйня? Ладно, окей. А мне это адекватно, может у меня РП-ситуация идет. У тебя РП-ситуация? Надо, да? Что это за шутка такая новомодная? Голос свой нормальный сделай. Еще раз, причина убийства. Вопрос первый раз тебе задаю. Кого?
меня в море, ну вот, вот в воде, когда я бежал. Ты за кого был? Либо гражданский, либо охотник на собак. Скорее всего, охотник на посмотри, собак. Посмотри по профессии, пожалуйста. Я бежал за тобой, твоим другом. Подожди секундочку, меня можно убил? Я демку пересмотрю, да? Можно я демку пересмотрю, да? Окей, пересматриваю, давай. Бля, у меня демка не записалась. Да-да-да, я здесь. У меня на демке было прекрасно видно, что я просто бегу, ничего не делаю, и мне прилетает с этого, с арбалета два раза. Второй раз был фатальный. А могу задать тебе один маленький вопросик? А ты перед тем, как телепортировать меня, смотрел со мной? Нет, не смотрел. Ну так как, какого черта ты меня... Ну смотри, у вас была РПшка какая в воде? Водные процедуры? Мы стояли не в воде, мы стояли на острове, где дожидались полиции. Ага. Но при этом у вас была РПшка, в которой вы нарушали правила. С каких пор это РПшка? Где нарушали? Ну, у тебя нарушено правило фрикил. Ну, у тебя нарушено правило админа буза, который ты получишь в арм. Ну, я нарушил какую-то твою РПшку. Мне кажется, это неравноценный чуть-чуть обмен. Ты нарушил правила администрации. Вы недалеко ушли от той РП-ситуации, в которой нету ничего, кроме фрикелов. Мужик, за 20 секунд может быть уже РП-ситуация. У тебя? Ты нарушаешь правила, какой у тебя может быть РП? Но мне твой друг, например, ничего не сказал про якобы РПшку. Ладно, все, я не хочу вот эти дискуссии разводить. Мне это совершенно неинтересно. У тебя идет бан за фрикил. Я хочу купить еды, откройте, пожалуйста. Хочу еды купить, сейчас умру с голоду, ребят. Ебать, а ты что так голодный такой? Ты штраф в размере 5000. У меня метаболизм. Я не буду, я имею право. Ты прекратишь минут 15, я еще пиццу выставлю тут. Твоя собака нарушает правила. Я жрать хочу, как пидорас. Ты шутил, урод! Нормально. Сколько тебе сосисек нужно в тесте? У меня самый вкусный на районе. Тестя не нужно, сосиску дай просто. Сосиску одну? Ну да, без тестя. Тесть у меня и так есть, наверное. Где-то ходит по этой планете. Я пока его не знаю. Опа. Давай я их закрою. Давай, закрой. Спасибо тебе. Храни тебя, Господь. Хорошо, да, пошло? Да, как родная. Сейчас я еще пойду у вас на втором этаже напалюсь, как сука. Опять все сожру нахуй. Да вы заебали проверять уже, идите отсюда. На пистолет есть лицензия? Да, они меня пристают ко мне, блядь, пока дано. Подожди, у меня есть одна фишечка классная. На этих фрагментах я подружился с очень классными ребятами, которые играют на фармовых профессиях. Я решил остаться у них и просто продолжать играть какие-то РПшки, фановые моменты записать. Оказывается, я заигрался настолько, что мне по секрету в чатик в ПМ тихонечко писал куратор, чтобы я тэпнулся и закончил как можно скорее свою РПшку. И да, вы видите на экранах, как я начинаю строить упрощенную версию умного дома на скорую руку. На втором гамбите еще о нем никто особо не знает. Ну разве этот ролик не золото? Я столько всего успел. И умный дом построил, и долбоебов понаказывал, и кого-то словесно попустил, и потом еще подружился с челиками, фановый контент записал, все успел, и тут и там показывают. Ну так вот, немного фан-контента для того, чтобы разбавить, а потом мы переходим на разборку с куратором. Кто из вас главный, отвечает за все, помещение? Кис-кис. Кто из... Так кто же? Кис-кис или... Я сейчас под приходом за себя не в ответе, а ты на меня целое заведение повесил, сука. Так, документ... Ебать! А ты откуда взял, слышь? А ты чё принял? Пойдем же со мной, полицейский. Ребят, стойте, хотите анекдот расскажу, как два наркомана связываются по рации? Давайте расскажу вам анекдот, пожалуйста. Я стану лицом к стене, расскажу анекдот, стоя лицом к стене. Не расскажешь. Два наркомана связываются по рации. Принял, нахуй. Ладно, но арестовать я возможно. Лучше иметь друга, чем друг друга. Опа. Здравствуйте. Привет. Я вам вот давал 5 минут на РП-процесс. Нала жалуется то, что вы забрали человека, не убедившись в том, что у него есть РП-процесс. Я вам в чат даже писал несколько раз, что у вас есть определенное количество времени. А, ты в ПМ писал 2 минуты на РП-процесс. Вообще можно было бы в голосовой уведомить, ну ладно. Вы убедились в том, что у него не было РП-ситуации? Да, он мне даже сам об этом сказал. Он просто стоял на островке и ждал полицию. Но он мог вам ждать ее сколько угодно. Тем более, у него РП-процесса как такового не было. Он нарушает правила, и это идет вразрез с правилами РП.
Какая же охуенная комедия. Мне сейчас куратор предъявляет за нарушение правила, которое запрещает мне тэпать людей, не удостоверившись, то что у них нет УРП процесса. А теперь переносимся в начало ролика, когда он тэпает меня в самый первый раз. Вы можете заметить то, что в чате нету ни одного сообщения о том, что мне нужно закончить РП процесс, ибо на меня жалоба. Он не тэпнулся, не сказал мне об этом, он просто молча тэпнул меня и начал разбираться. И вот они, вторые и третьи нарушения. 14 и 20 пункт правил администрации. 14 и 20 он нарушил сам. В самом начале, когда меня тэпнул, не спросив, а также прикрыл своего друга, закрыв глаза на нарушение. Не забываем также про ВВЗ, которое он нарушил на первой жалобе, когда он якобы пересматривал демку во второй раз, а также про вторую жалобу, где он рассудил, что его другу снова ничего особо не нужно выдавать по банам, а мне все же нужно опять прописать бан. Соответственно, любая такая ситуация с его нарушением, это будет нон-РП процесс. Нет, это уже после того, как вы его телепортировали, а перед тем, как его телепортировать, вы убедились? В смысле, а что убеждаться? Вы телепортировались к нему или посмотрели через спиктейт то, что есть ли у него РП процесс или нету? У него за несколько секунд не может образоваться РП процесс. Ну, это так. Тем более в месте, где игроков практически нету. Какой там может быть РП-процесс, подскажи? Нет, я вас спрашиваю по поводу того, что не в плане того, что у него мог образоваться РП-процесс, а смотрели ли вы за ним, то есть был ли у него до того, как вы его телепортировали, РП-процесс? Ну, возможно, и смотрел. Ну, здесь надо невозможно, здесь надо знать точно, потому что просто если вы не убедились, по факту это нарушение правил администрации. Я не помню, смотрел я или нет. Возможно, смотрел. А у вас есть демонстрация экрана? Зачем? Ну, мы убедимся, смотрели вы или нет. Тебе это настолько важно? Ну, игрок пожаловался, я должен как-то отреагировать. Ну, вообще, не пожаловался не игрок, а соклан. И понятно, на что пожаловался. Он нарушил правила? Нарушил. Он получил наказание за это? Получил. После этого, типа, тоже, наверное, РП-процесса, да? У него, наверное, это был РП-процесс, расстрелять челика. У него образовался другой РП-процесс, постоять на островке, там, где нет людей. Ну, то есть, по факту, вы следили за ним? Я правильно понимаю? Ну, получается, что так. Это дедукция, детка. Тогда можете быть свободны. А. Я всего лишь спрашивал, убедились ли вы, то, что у него был РП-процесс или не был. Больше мне ничего знать не надо было. А я ведь ему ничего не ответил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слышь, стой! Не убивай! Мужики, кунилингвистический факультет принимает всех желающих. Заходим, быстрее! И имейте в виду, если что-то намечается, уходите ближе к лестнице. Дальше я снова застроил упрощенную версию умного дома, она уже нормально работала, мы отбили парочку рейдов, и угадайте, кто появился на профессии Госа, и кто к нам начал проявлять слишком много внимания. Правильно, та самая обезьяна, которая никак не может уняться, вместе со своим другом-куратором. В первый раз он отлетел от умного дома, за что огромное спасибо моей разработке, я ее просто обожаю. К слову, нас очень часто рейдили, что является нарушением правил рейда, но давайте не будем на этом сегодня зацикливать внимание, а зациклим внимание на том, как этот челик решил зарейдить нас во второй раз. Выйди. Слезь с витрины, что ты делаешь, блядь? Отлично, сейчас будет я буду брать. Знать, я там меня. Берите его. Мужики, сюда смотрите, сейчас будет КВН. Смотрим. Поехали. Давай, поехали. Давай, идите сюда, блядь. Поехали. Обычного повара. Открываем. Загрузи. Что ты хочешь? Предъявите вашу лицензию. На что, блядь, я лицензию? Я тут живу. Просто проверка. Проверка, ПНР. О, вы как обращаетесь по лицензии? Блядь, вы чё? Ходим. Трэш. Хорош. Заебали проверять уже, слышишь, что? Они уже так раз пять, блядь, проверяют за один ПНН у нас. Ладно, удачи вам, чтобы умный дом работал. Да ты ж моё солнышко, там что там у нас дитё такое без этой, без спокойной ночи, малыши, иди сюда. Ребят, сидите тихо у себя дома, если что.
А теперь снова предугадываем действия дебила. Он играет за госпрофессию, и очевидно, что он захочет зарегить эту квартиру просто потому, что здесь сижу я. Он просто уверен, что я что-то должен донарушить, потом, чтобы он подал на меня жалобу, и ее снова разобрал его друг-куратор. Но донатный долбоеб в первый раз сталкивается с условно непроходимой для него преградой в виде умного дома. Непроходимая она, потому что умный дом невозможно законтрить, он ведь умный, он ведь понимает, кто враг, а кто нет. Ой, блядь. Что тебе конкретно сейчас? Ай, помогите! О, здравствуйте, вас давно не... Смотри, смотри, где он? Да, меня многие не видели. Все, что... Медпомощь? Да пиздец. Медпомощи не вижу. Да, блин. Медпомощь? Сейчас будет. Вошли? Кис-кис, взрывай нахуй! Взрывай а нахуй! А что за пиздец? Что за хуйня? Выйдите нахуй с магазина все. Уйдите, уйдите, где мы уйти? Взрывай! Бля, мне медпомощь надо, я не выйду. В чем дело? Вы будете арестованы за то, что... Кис-кис, меня арестовывают! Взрывай! За что, блядь? За что ты его арестовываешь, гений? Он находится в розыске, вы будете арестованы, потому что он находится... Подожди, в подожди. Откуда ты схуяли? Я документы находится. Не показал. А ты даже документы не посмотрел, слышишь, не? Я даже могу сказать еще одно. Ёбан даже... бобан. Попытки побега. Мужик! Какой ты? Мне просто руки, блядь, завязал. Мужик, если что, увидимся где-нибудь там. Вообще, увидимся. Вы арестованы за попытки побега. Чтобы покурить с ним ядреную траву. Закрывай дверь. Чё? Что это? Да я ебу, что это было. Печка взорвалась нахуй. Видишь, печь стоит. Лицом к стене раз. По причине такой. Я ж тут живу просто и все. Проверка на нелегал. Ну проверяй на нелегал, когда будет ПНН. За апельсин тэпнулся Грег. Итак, ребята, еще один стоп-кадр, а вместе с ним и задача на сообразительность. После этой попытки рейда, где наш микроболванчик отлетел, он тут же тэпнулся к своему другу-куратору, чтобы уточнить пару моментов, но я уже предвижу какие. Дело в том, что после первого взрыва, когда он еще и отлетел от него, он больше не заходил в квартиру тогда, когда квартира была заминирована прям 100%. Через какое-то время он снова возвращается и крутится вокруг да около нашей квартиры, но все же сюда не заходит, пока здесь стоят мины. Очевидно, он снова захочет спровоцировать какую-то ебанутую РПшку, где все будет отыграно в его пользу, и еще его в плюс сверху этого прикроет друг-куратор. В какой-то момент одного из моих знакомых, с кем мы сидели на квартире, начинает крепить полиция, вытаскивать на улицу. Затем я выхожу вслед за ними, и вуаля, буквально через пару секунд умный дом взлетает на воздух. Не от того, что я его открыл. Сразу после этого донат долбоеб активизируется и начинает бегать к этой квартире, заходит в нее, делает там то, что хочет, кого-то обыскать и так далее. Что ты делаешь? ФБР, 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 ФБР. Отпусти чела, чел. Это ФБР. Мы его вынесли из опасной зоны. Там взрывы были. Мы... Да, блять, хватит его тащить, ты что творишь? Человек. Скажи, в каком кармане? Скажи, в каком кармане? Выходите все отсюда. Да, кстати, скажите ему не развязываться. Скажи, пусть... Я кое-что заподозрил, и, возможно, мои сомнения могут подтвердиться. Ребят, так что, внимание, пожалуйста, налоги. Может, кое-что стать тут интересным. Грега задамажил, чтобы этот зашел. Блять, ну вот, что это за долбоебизм? В общем, получается у нас как-то так. Пока что никто не наказан, я уже знаю, что вы возмущены и спросите, а в смысле, а какого хуя у тебя в каждом ролике челик отлетает? Ну, значит, будет чем выделяться этому ролику на фоне остальных. Ладно, признаюсь, такой себе повод для гордости. Дело в том, что я после записи почти сразу написал управляющему Гамбита, рассказал ситуацию, типа привет, у вас на серваке куратор, который покрывает друга обезьяну, который нарушил уже кучу правил, и все это ему сошло с рук чисто, потому что у него в друзьях куратор, и он хорошо с ним общается. Любая жалоба почти проходит с его участием. Причем и куратор тоже умудряется нарушить правила админов. И никто из этих двоих дурачков вообще этого не чурается. Сделайте что-нибудь, ребята. Типа у меня и демка есть, которая фактически уже
готова. Мне ее нужно было только смонтировать. Она смонтирована, и вы ее сейчас досматриваете. Так что, ребята, считайте это тоже своего рода жалоба. Я выложил эту демку на максимально нейтральной площадке, территории, называйте как хотите. Потому что тут есть как и те люди, которые не любят то, что я снимаю, но все равно почему-то заходят смотреть. Так и те люди, которым мои видео заходят. Помимо этого, я заметил такую тенденцию, что на некоторые мои ролики заходят чуть ли не главные создатели сервака и пишут свой фидбэк касаемо каких-то нарушителей. Мол, кто-то вот тут был снят с этого фрагмента челик, кого-то мы забанили и так далее. В общем, в этом ролике я изобразил, рассказал и показал все достаточно понятно, чтобы делать определенные выводы. Какие выводы сделает главная администрация проекта, это уже решать только им. Ну и напоследок, всегда, ребята, в таких роликах учитывайте один единственный факт. На моем месте мог бы оказаться любой из вас, абсолютно любой челик, либо без админки, либо без доната, либо без канала, где можно будет об этом высказаться, либо без завязок с высшим составом, который может это все пресечь.